В городском дворце культуры прошло выступление эстрадного ансамбля «Золотое кольцо». Коллектив представил программу «Ты рядом», в которую вошли новые песни и любимые хиты. До концерта артистам показали «Стерлитамак», и, как они рассказали корреспондентам, город оставил приятное впечатление. Дорога роскошная сюда идет, потому что казалось, если мы сейчас выйдем из Уфы, и дорога закончится. Но не тут-то было. Поэтому, то есть, вот вы знаете, то есть, как бы, когда въехали, то есть, как бы, теплый, шикарный, мы думали, что он чуть-чуть поменьше. То есть вот город известный и то есть, вот, на слуху, но думали, что чуть-чуть поменьше. А так он такой роскошный, шикарный. То есть вот музеи мы не посещали. В ансамбле солистом выступает Андрей Разин из «Стерлитамака». В родном городе на одной сцене с Надеждой Кадышевой он поет впервые. И признается, выступление перед залом земляков, друзей и знакомых было очень волнительным. В ансамбле «Золотое кольцо» Андрей Разин попал практически сразу после прослушивания и стал выступать в основном составе. На самом деле все было очень просто. Мне позвонил мой товарищ, он когда-то работал там, и предложил прийти на кастинг своеобразный, проверку. Я пришел, показал свои возможности, показал, что умею, что могу. Вот. И в этот же день уже мне сказали учить первый танец. На следующий день я уже выступил с первым номером. Информационным партнером концерта ансамбля «Золотое кольцо» выступило стерлитамакское телевидение. Полный отчет о концерте и интервью с артистами смотрите в программе «Музон».